давление не очень. Скорую смысла нет вызывать. Организм молодой, крепкий. Поэтому жить будет. Просто перегрев конкретный, плюс еще непонятные вещи. Человек пьет. Ну, сейчас, если встанет до электрички, я постараюсь его водичкой напоить. Что-нибудь покушать ему дам. Что Бог послал. Вообще не проходите мимо. Не проходите. Не бойтесь ничего. Бог с нами.